имей место, возьми место, сядь вниз. Да что с вами не так, в конце концов? Глагол to sit – садиться. Присядьте в английском языке – sit down, please. Или еще варианты – возьми место – take a seat. Место – sit. Произносится чуть-чуть по-другому. Там было sit, а тут seat. Не почувствовали разницы, я тоже. Итак, take a seat или have a seat. Присаживайтесь, короче. А вот садитесь в машину – ни то, ни другое. Get in the car. Получи в машине. Ну, get – глагол получать, правильно? Get in the car. Переводится как машину. Сядь в машину.